Всем здорова, ребята, и сегодня я вам расскажу, как совершенно бесплатно лутать Majestic коины, не тратя ни одной копейки на донат. Постараюсь рассказать про абсолютно все способы, их будет очень много, а это значит то, что ролик будет очень интересным. Тем более информация в ролике подойдет как новичкам, так и тем, кто уже давно играет на Majestic. Именно поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go. Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majestic коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Начнем с того, что на Majestic получать бесплатно на донатную валюту, а то есть Majestic коины, достаточно легко. И начну я, конечно же, с самой простой информации, и так постепенно и по нарастающей я буду рассказывать вам про абсолютно все способы получения коинов. И первое, пожалуй, с чего я начну, так это то, что отыгрывая по 5 часов каждый день, вы будете получать по 200 Majestic коинов. Кстати, на момент выхода данного видеоролика с 15 по 17 декабря Majestic запустил акцию, что отыгрывая 5 часов вместо 200, вы будете получать целых 500 Majestic коинов и 4000 опыта к вашему уровню зимнего пропуска. Так что скорее залетай на Majestic и отыгрывай нужное количество часов. Кстати, разработчики периодически делают различные акции, где получать коины достаточно легко. И чтобы не пропускать такую информацию, скорее подписывайся на мой телеграм-канал по ссылке в описании, ведь там я всегда делюсь эксклюзивной информацией касаемо каких-либо акций и даже провожу крупные розыгрыши. Также, как вы знали, а может и нет, за определенные уровни вашего персонажа вам бесплатно выдаются Majestic коины, а за какие и сколько вы узнаете в моей таблице, которую я сделал специально для вас. Но о ней мы поговорим чуть позже, и я расскажу, где ее собственно взять. Пока поговорим о том, как быстро и правильно прокачивать уровни, и сколько на это можно заработать Majestic коинов. Для начала, чтобы посмотреть ваш уровень, нажмите F2, персонаж, статистика, и тут вы увидите ваш текущий уровень и количество респектов до следующего. Далее, если перейти во вкладку основную, то тут можно посмотреть время до следующего респекта, соответственно 1 час равняется 1 респекту. Сразу скажу вам важную информацию, если вы будете стоять и ничего не делать, то респекты просто-напросто не будут засчитываться. Ну а теперь расскажу, как лутать коины с левелов в 2 раза быстрее. Для этого вам нужен VIP Platinum, который дает вам X2 к вашему опыту или же респектов вместо одного. Помимо этого, Platinum VIP дает возможность зарабатывать на работах почти в 2 раза больше, чем без нее. Ну а также дает очень много различных плюшек и бонусов, которые тебе помогут вообще в принципе в игре. Ну а мы вернемся к моей таблице. Подробно ознакомиться с ней и узнать, сколько же даются коинов и на каком собственно уровне, вы сможете, перейдя по ссылочке в описании, в мой Discord. И там в разделе таблица уровня собственно и будет ссылка на данную таблицу. Скорее переходи и ознакомливайся. Ну а далее у нас такой сомнительный способ получения коинов, а если бы точнее, то это прокручивание колеса фортуны в казино. Тут, конечно, можно залутать коины, но шанс на это маленький, поэтому я вам показал для общего ознакомления. Кстати, данное колесо фортуны можно прокручивать раз в сутки, но мы переходим к более реальным и 100% способам. Также немногие знают, что Majestic проводит различные конкурсы и ивенты по типу «Самое красивое фото», «Конкурс красоты» и тому подобное. И за участие в этих ивентах вы можете лутать коины от 500 до 1000, в зависимости от места. Победителей несколько, а людей, которые участвует достаточно мало, следовательно у каждого из вас есть очень большие шансы выиграть и тем самым забирать коины на постоянной основе. Оставлю ссылку на дискорд с ивентами на 7 сервере, на другие сервера вы можете найти в официальном дискорде Majestic. Так что, ребят, не забывайте про ивенты и не упускайте свой шанс. Также на Majestic есть мировые квесты, их местонахождение отмечено красным знаком вопроса на рынке и не только. Суть мировых квестов в том, что вы выполняете задания, эти задания всегда связаны с работами или подработками, например по типу рыболова или работы дальнобойщиком и так далее. И собственно за успешное выполнение заданий вы получаете 150 Majestic коинов, и при завершении самого мирового квеста в конце вы получаете еще целых 250 Majestic коинов. Итого с мировых квестов вы лутаете целых 400 Majestic коинов. При этом эти мировые квесты очень часто обновляются, именно поэтому у вас будет возможность постоянно лутать эти коины. А еще огромный плюс этого всего в том, что помимо коинов вы параллельно зарабатываете деньги, я считаю, что это очень даже классно. Также очень часто официальный телеграм-канал Majestic публикует посты с бесплатными бонус-кодами, приводе которых вы получаете по 300 Majestic коинов. Но также помимо коинов они очень часто проводят розыгрыши на различные классные и дорогие тачки. А для участия вам всего лишь нужно быть подписанным на их телеграм-канал. Все ссылки, конечно же, я оставлю в описании. Но также, ребят, в их телеграм-канале проходит рубрика Majestic Highlights. Суть ее в том, что игроки скидывают на почту свои различные смешные откаты, которые с ними произошли, ну и потом, собственно, из всего этого выходит один целый выпуск со смешными моментами. И с каждым, ребят, новым выпуском выбирается 3 победителя по 3000 Majestic коинов. Поэтому у вас есть всегда
шанс поучаствовать и выиграть. И да, забыл сказать, что в каждом ролике спрятаны 4 бонус-кода на Majestic Coins. Ну, конечно же, на ограниченное количество участников. Поэтому ставьте уведомления и будете успевать лутать Majestic Coins одним из самых первых. Поэтому переходи по ссылочке в описании в их телеграм-канал и ознакомляйся совсем более подробнее. Также, ребят, сейчас в самом разгаре проходит зимний пропуск, в котором находится просто огромное количество автомобильных кейсов, которые вы можете забирать и 100% получить то или иное количество коинов. Ведь с этого кейса выпадают только тачки за Majestic Coins. А вот кто знает, вдруг вам повезет и вы выбьете золотую либо эксклюзивную тачку за огромное количество Majestic Coins. А я, ребят, напоминаю, что подобных кейсов во всем пропуске огромное количество. Точно так же на некоторых левелах раскиданы подарки, маленькие, средние и, соответственно, большие, с которых, кстати, тоже сыпет огромное количество коинов. Кстати, эти самые подарки мы сможем получать в огромном количестве в долгожданном зимнем новогоднем ивенте, который вот-вот уже должен выйти. Так или иначе, советую заранее подписаться и поставить колокольчик, дабы не пропустить мой ролик с гайдом и анонсом данного ивента. Ведь я выложу тот ролик, как только ивент появится в игре. Так что, ребят, такое я вам пропускать точно не советую. Ну и самый, наверное, распространенный на данный момент способ получения коинов, это выиграть коины в рулетке. Но это не самый, конечно, лучший вариант, так как вы можете в итоге остаться ни с чем. Поэтому, ребят, если вы будете играть, то играйте с головой и не заигрывайтесь. И запомните, если что-то подняли, то лучше потратьте и порадуйте себя чем-то, нежели вы продолжите и потом останетесь ни с чем. Ну а самый стабильный способ получения коинов, это, конечно же, участие в моем розыгрыше на 2000 Majestic коинов, который я разыграю, кстати, абсолютно в каждом своем видеоролике. Плюс ко всему этому, еще целых 2000 Majestic коинов разыгрываются в моем дискорде. Все условия, как всегда, будут в конце видеоролика, ну а также я подведу победителя прошлого ролика. Но я надеюсь, вам понравился мой видеоролик и был вам полезен. И лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности, так это поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий от 5 слов. Ну а я, конечно же, подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи и пока.